Давай, давай, давай!
Рустам, с победой. Спасибо. Традиционное тяжелое начало. За счет чего, наверное, смогли прибавить уже во втором? И почему опять провалились в первом, даже, можно сказать, не самым сильным соперником? Честно говоря, я даже уже не понимаю вообще, что у нас происходит с первым таймом. Вроде и начинаем, ничего. Залетает, все время залетает. И неважно, даже на области, когда мы забиваем, потом в итоге мы выигрываем по 13, по 12 забиваем, мы все равно первый пропускаем, либо горим, либо один, либо два точно. И в итоге потом включаемся и уже пытаемся играть, как должны были с первых минут. А за счет чего смогли прибавить во втором и в третьем, соответственно? Ну, наверное, все-таки сложно играть впятером. Все-таки физики не хватило. Пока я считаю, что в этом залог и тренировки. И нам хватило, у нас большая скамейка длинная, и за счет этого, если бы у них было много народу, то, может быть, другое что-то было бы. А вратарь соперника доставил много неудобств? Да, хорошо очень сыграл, но большинство мы в него, как говорится, в этих моментах сделали из него Березовского или Касилиса, ну, в него били, и молодец вратарь, все, что должен был, свое вытащил. Мой друг Ираклий Гиперидзе попросил помочь, появилась идея и решение создать команду, точнее, команда уже была, решили заявить команду в высшую лигу, вот, в высший дивизион, и, соответственно, попросил меня помочь в организационных моментах, собрать состав и в качестве тренера-консультанта участвовать в матчах, помогать ребятам, где-то подсказывать, проводить тренировки, наладить организационный процесс. Ну, к сожалению, я со своими обязанностями не очень справился, потому что, ну, как вы сегодня видели, состав выиграли в шестером весь матч. По разным причинам не доехали наши лидеры, и Славка Епифанов, и там Денис Старыкин не был, ну, и много других ребят, которые приезжают постоянно на матчи. Вот. Ну что, всем ребятам спасибо за игру, хороший матч провели, с сильным соперником. К сожалению, в третьем периоде просто не хватило физики, сил, мы не готовились к сезону, мы собрались за неделю до соревнований, успели провести совместно несколько тренировок, поэтому проблема, конечно, в организационных моментах, что у команды практически отсутствует тренировочный процесс и есть проблемы с составом. Всех тех, кто увидит это интервью, приглашаю на просмотр в пляжный футбольный клуб «Москва». И сейчас будет, я так понимаю, после 6-го тура дозаявка. Можно будет перетасовать состав, что мы и сделаем, потому что есть у нас человек 5-6, которых мы заявили, на которых рассчитывали. Это ребята из мини-футбола и из пляжного футбола, кто раньше играл, но они так и не приезжают на матчи, поэтому будем их удалять из заявки и заявлять новых игроков. Все, кто хочет себя попробовать в высшем дивизионе, милости просим. В продолжение к этой теме такой вопрос. Когда мы увидим Евгения Полякова и увидим ли мы его? Сложный вопрос. Перед сезоном были определенные встречи, договоренности с Евгением. Хотели мы его увидеть в качестве играющего тренера. Но по разным причинам на данный момент пока он провел пару тренировок в составе ФК «Москва», но пока не пришли мы к окончательному соглашению, поэтому будут еще переговоры, еще раз будем встречаться, разговаривать, может быть, во втором круге вы его увидите. И пока Евгения нет, очень рассчитывали на него, поэтому приходится исполнять роль тренера, подсказывать, руководить заменами мне.